Можно ли, качая пресс, убрать жир на животе? В 2011 году ученые решили это выяснить. Испытуемые на протяжении 6 недель потребляли одинаковое количество калорий. Первая группа тренировала пресс 5 дней в неделю по 7 упражнений, а вторая группа не тренировалась вообще. И как вы думаете, какие результаты были в конце по процентному содержанию жира? Различий не было вообще. Ноль. Никаких. Абсолютно никаких различий. Выводы делайте сами.